Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Добрый вечер, я рада всех приветствовать. Я надеюсь, что мы все собрались в большой группе. Покажите это сердечками, что вы ждете этого вебинара и что он будет незабываемым. Прежде всего, потому что мы вам сегодня представим новинки. Новинки, о которых, наверное, никто еще не слышал. Если говорить о ваших социальных сетях, мы все удержали в секрете до сегодняшнего дня, чтобы именно этот вебинар стал для вас интересным. Я вижу очень много сердечек, я вижу, что все активно участвуют, так что я с удовольствием начинаю сегодняшний вебинар, который будет касаться двух новых косметических продуктов, которые пишутся в нашу знакомую вам линию косметиков Collagen. Переходя уже к нашей теме, я только представлюсь для тех, кто с нами может быть впервые. Я хочу только сказать, что я директор отдела по исследованиям и развитию Duo Life, и с моими коллегами мы работаем над подготовкой новых продуктов и всех исследований с этим связанных. Так что, уже еще не показывая, чего мы сегодня ждем, и что сегодня появится, я надеюсь, вы не догадываетесь, а может быть, уже догадываетесь, какая косметика, какие новинки нас ждут сегодня и что мы сегодня хотим вам представить. Так что внимание! Впервые у вас есть возможность увидеть новейшую косметику из линии Pro Collagen Duo Life. Первым косметиком является тоник для лица, у которого есть также функция тумана. Я вижу сердечко, вижу восторг. Тоник из серии Pro Collagen. Это то, чего нам не хватало, и то, чего вам не хватало. Мы получали очень много информации, имейлов, звонков, вопросов на конференциях, на мероприятиях. Будет ли тоник с коллагеном в нашем портфолио и вернется ли в наше портфолио так важный для нас косметик? И мы сегодня сможем узнать, почему он настолько важен. Но кроме всего, у него появляется то, чего еще в Duo Life не было. До сих пор у нас не было пилинга для лица, а сейчас мы приходим к вам с новым косметиком из линии коллагена, который является пилингом с инновационной формулой, которую мы приготовили, чтобы, как всегда, выделяться на фоне какой-то похожей косметики, и с которой вы уже сталкивались, так, чтобы мы знали, что наш продукт является тем, который стоит рекомендовать, что это тот продукт, который больше выделяется сильнее других, и вы сами увидите, как мы позаботились, чтобы эти отличия были неповторимы. Но до того, как я скажу нечто больше и более подробно о наших двух сегодняшних героях, наших новинках, я бы хотела коротко напомнить вам, может быть, для тех, кто с нами сегодня впервые и до конца не знают нашей косметики из линии Pro Collagen, я бы хотела напомнить, кому посвящается эта линия, линейка. Это можно прокомментировать очень коротко.
она для всех или почти для всех, потому что линейка ProCollagen предназначена для ухода над кожей, где мы замечаем первые симптомы старения кожи. А первые симптомы старения кожи не до конца связаны с нашим биологическим возрастом или биологическим возрастом кожи, потому что у разных лиц в связи с разными факторами, в том числе местом проживания или, например, диеты, или применение, либо неприменение какой-то косметики с самых младших лет, от этого всего зависит состояние нашей кожи и то, когда на нашей коже можем заметить первые симптомы старения. Есть среди нас те, которым даже нет 30, и которые смело могут пользоваться косметикой из линейки ProCollagen, потому что заметили на своей коже первые симптомы старения. Такими, какими являются мимические морщины рядом с глазами, либо губами, либо мешки под глазами. Это все те симптомы, которые могут появляться уже у молодых людей. Надо также помнить, что продукция коллагена – это такой процесс, который у молодых является очень динамическим процессом, но с 25-го года жизни это производство, выработка коллагена в нашем организме замедляется, и поэтому косметика ProCollagen отлично подходит к уходу над кожей молодых людей. Но, конечно, рекомендуем их также для женщин уже с такой зрелой кожей, и у которых есть уже более серьезные симптомы потери коллагена или потери упругости кожи, где появляются также проблемы с формой лица, с упругостью. Так что тогда мы также рекомендуем линейку ProCollagen. Я вижу, что на сегодня так много. Огромнейшее спасибо за ваше присутствие. К счастью, сегодня нет футбола. Я уже проверила. На чемпионате Европы у нас день перерыва, так что ничего нам не мешает, чтобы участвовать в сегодняшнем вебинаре. Нет у нас соперников. Я прежде всего говорю о мужчинах, потому что я вижу, что среди участников есть также мужчины. А линейка ProCollagen – это косметика, которая подходит отлично также для мужчин. И они могут или даже должны быть использованы мужчинами. Мы всегда думаем о безопасности и о широком кругу тех, которые можем рекомендовать нашу косметику. Так что тоник для лица и пилинг подходят для применения для всех с чувствительной и нормальной кожей, так как вся линейка ProCollagen. И это сильно отличает эти продукты. Помните о том, потому что люди с чувствительной кожей – это те, с которыми вы будете очень часто встречаться. Это будут те, которым вы будете хотеть рекомендовать косметику. И те исследования, которые были проведены именно для чувствительной кожи, это то, что нас выделяет и дает вам возможность свободно рекомендовать косметические продукты, в том числе эти две новинки, о которых я сегодня рассказываю. Давайте начнем с пилинга. Это продукт, который как первый вошел в этот ежедневный спа-ритуал. Еще перед тоником мы будем пользоваться тоником ProCollagen. И заметьте то, что его прежде всего отличает. И то, о чем мы хотели сообщить, чтобы это был такой сильный посыл,
Это так называемая формула «два в одном». «Два в одном» — это его отличает. Это позволяет им пользоваться намного более эффективно, и даже меньшее количество этого пилинга сможет как бы сделать свою работу и вызвать эффект намного лучше, чем у обычных механических пилингов, либо только энзиматических пилингов. А у нас в составе два в одном есть оба типа пилингов, то есть энзиматический пилинг и механический. То есть физические мелкие зернышка, которые способствуют тому, что мы можем удалять мертвый эпидермис и таким образом очищать кожу нашего лица. Посмотрите, если говорить о механической части пилинга, вы об этом, наверное, отлично знаете, потому что большинство из нас пользуется пилингом VitaC для тела. Покажите это сердечками, что его знаете и что вы уже его попробовали. И что это у вас есть дома. Потому что наш пилинг VitaC – это отличный продукт. Я вижу столько сердечек. Я рада, что не только я их вижу, но также все участники нашего вебинара. Пилинг VitaC для тела – это типично механический пилинг. И в пилинге для лица мы пользуемся именно таким деликатным механическим удалением мертвых клеток эпидермиса. И эти маленькие частицы действительно маленькие. Когда впервые возьмете в руки ProCollagen Face Peeling, вы сами удивитесь, как это отлично приспособлено к деликатной коже нашего лица, даже у мужчин. Я знаю, что среди нас есть мужчины, которые пробовали VitaC пользоваться на лицо, я это знаю, но сейчас реально мужчины, мужики и женщины тоже увидите эту разницу из этих маленьких частиц. Смотрите, мы здесь основались на естественных ингредиентах, то есть итальянский орех, который измельчен. Также есть косточки миндали, которые именно измельченные дают нам эти маленькие естественные и безопасные частицы, которые, что весь пилинг безопасный для нашей кожи. Но кроме того, у нас есть также то, что не для всех является понятным определением, то есть энзиматическим пилингом. Это очень интересный тип пилинга, потому что это такая форма косметики, которая очень деликатна именно в виде энзиматические реакции может удалять мертвые клетки нашего эпидермиса. А здесь именно комплекс с аланиной увлажняет, так что нет возможности для каких-то раздражений. Вот именно, название энзиматический для некоторых будет такое, скажем, ну, сложное, то есть будет ли он слишком, может быть, сильным для нашей кожи. Нет, ни в коем случае. Такой пилинг очень деликатен для нашей кожи. Ингредиенты, эти энзимы из папайи, доходят именно только для этих поверхностных слоев кожи, то есть очень, на очень мелком уровне, но делают это настолько эффективно, что с помощью энзиматических реакций могут вызвать раствоение креатина, то есть главного
составного элемента нашего эпидермиса, благодаря чему их легче удалить. Это очень такая деликатная реакция, и люди с чувствительной или проблемной кожей должны, даже я скажу, должны пользоваться пилингом такого типа, потому что именно такие деликатные энзиматические пилинги с добавкой механического пилинга для них лучший выход. Так что я считаю, что у этого пилинга нет конкуренции, и вы сами сможете узнать, что на самом деле мы еще раз опередили тенденции, и мы на шаг впереди, так как в этом случае. Кроме тех элементов, которые имеют это действие пилинга, мы позаботились, чтобы в составе этого пилинга будут ингредиенты, которые поспособствуют лучшему действию пилинга, но также обеспечат увлажнение нашей кожи. И поэтому в этой формуле мы заключили так называемый комплекс Peel-Moist. Это запатентованная формула, которая состоит из пилингующей папаина, а также ряда ингредиентов, которые обеспечат правильное увлажнение нашей кожи. Так что применение пилинга ни в коем случае не может привести к высушению нашей кожи, если только будем соблюдать рекомендации по применению, и это будет иметь только положительный результат. И так, как всегда, опять мы на шаг впереди, у нас есть полный набор испытаний, которые мы всегда проводим, которые на самом деле каждый производитель, который вводит косметику на рынок, должен провести. Но мы идем на шаг дальше. У нас еще есть эти необязательные испытания, те, которые выходят за норму и показывают, что то, о чем говорим, и то, что хотим вам показать, та декларация, как работают наши новые продукты, не является декларацией, которая как бы нам кажется, что действует. Нет, мы знаем, потому что мы это исследовали, мы это проверили. Это испытания, уже которые мы проводим для всех наших продуктов, и мы не здесь не идем легким путем, но все, о чем я вам сейчас расскажу, подтверждено раньше проведенными испытаниями на аппаратуре, и которые были применены, и косметика была применена на коже. Какие есть свойства, подтвержденные исследованиями? Во-первых, пилинг дает чувство такой гладкой кожи. Именно этого мы хотим. Хотим, чтобы кожа была светлой, прекрасно очищенной и свежей, а также, конечно, правильно увлажненной. И все исследования, которые мы провели, и это, которые выходят за норму, я напомню, это не обязательное исследование, подтвердят, что то, о чем я говорю, это реально. И так именно действует наша новинка из линейки ProCollagen, то есть пилинг для лица. Мы в этом уверены, мы здесь не предполагаем, нам не кажется, именно мы именно это исследовали. Посмотрите, пожалуйста, я хочу подчеркнуть этот активный ингредиент, то есть запатентованный комплекс увлажняющий под названием Peel Moist, который не является
который является одним из важнейших ингредиентов в этом продукте. Сама папаина является ценным ингредиентом, и у нее есть такой отшелушивающее свойство. Но важно то, чтобы это действие не приводило к высушению кожи. И посмотрите, что этот комплекс имеет подтвержденное испытаниями действие, которое способствует увлажнению нашей кожи, начиная с 12 часов после применения. То есть после уже первого применения увлажнение нашей кожи улучшается на 12%. Это именно так работает этот Peel Moist. Это огромный плюс, потому что пилинг не только высушает, но оставляет кожу увлажненной, здоровой и гладкой. Но это еще не все. Посмотрите, после 20 дней применения, то есть после регулярного применения Peel Moist, процент увлажнения кожи увеличивается на 35%. Это огромный рост увлажнения кожи, который показывает, что этот ингредиент при каждом следующем применении улучшает состояние нашей кожи. И я уверена, что все, кто видит этот слайд, и все, кто присутствует на нашем вебинаре, не имеют никаких сомнений, что эта косметика будет частью ежедневного ритуала ухода над нашим лицом и попадет на полочки в ваших ванных комнатах. Так должно произойти, и я надеюсь, что скоро вы сможете пополнить свою косметику на этот продукт. А когда вы сможете сегодня это узнать, когда начнется продажа, и когда сможете пополнить вашу косметику на этот продукт. Так что останьтесь до конца, потому что будут сюрпризы. В нашем пилингу есть также дополнительные складники. Компонент Peel Moist, есть также другие активные компоненты в пилинге. Мы позаботились о том, чтобы пилинг не содержал только компоненты, которые отвечают собственно за пилинг. Мы добавили также коллагены, как бы мы могли оставить без коллагена продукт, который относится к линии Pro Collagen. Также есть компоненты, которые защищают кожу, снимают раздражение и поддерживают процессы, о которых мы уже сегодня говорили. Кроме того, мы добавили также два масла, которые должны еще более укрепить этот процесс поддержания воды в нашем эпидермисе, то есть обеспечить, что кожа максимально увлажнена. И, конечно, миндаль, и грецкий орех, и персики, косточки персиков обеспечивают, и абрикос обеспечивает нам необходимый абразивный материал, а папаин дополняет этот комплекс механического и энергетического, которого, как я уверена, в такой версии, с таким количеством исследований вы не найдете ни у кого и у других производителей продуктов подкожного предназначения. И второй герой сегодняшнего вечера – это герой, который, можно сказать, возвращается, но совершенно новой версии. В нашем портфолио уже был тоник в виде такого распылителя. Не знаю, все ли помнят, но часть из вас точно помнит, что такой продукт уже в нашем портфолио был. И он содержал элементы золота, маленькие частички золота, и, может быть, по этим частичкам золота вы вспомните. Это распылитель тоник, но он возвращается в новой форме,
которая przepisami zmieniającymi się ciągle соблюдает те нормы, которые постоянно меняются относительно рецептуры технических средств. Я не знаю, осознаете вы или это нет, но уже совсем скоро, в 2025 году, по решению Европейского комитета, распоряжений, которые касаются безопасности применения косметических средств, золото уже нельзя будет применять в косметических средствах для ухода за кожей. Поэтому Dalife старается как можно скорее замечать эти изменения в законодательстве и, конечно, следить за том, какие компоненты считаются потенциально опасными. Поэтому золото мы убрали, а вместо него применили очень много ценных компонентов, которые повлияют на то, чтобы твою функцию тоника лица мог бы исполнять на 100%. Какая же функция у этого тоника? Я очень ценю, что вы это цените, что мы не идем вслед за модой, потому что продукты с золотом сейчас очень модны, сейчас на топе. Они, конечно, очень эффектны по своему внешнему виду. Мы тоже радовались таким продуктом и пользовались. До тех моментов, когда этот компонент считался безопасным, мы его использовали. Но тогда мы осознали, что здесь есть определенная опасность, несмотря на то, что эти продукты еще можно ввозить на рынок до 2025 года, мы уже эти продукты исключили. Это золото в продуктах, это уже мовитон, хотя само по себе золото, конечно, всегда приятно применять в любой форме, но мы опережаем даже косметический рынок и приняли решение, что поменяем золото на совершенно другие компоненты, а аппаратные исследования на коже доказывают, что этот новый состав на 100-110% в состоянии обеспечить все ожидания, которые у нас есть от такого косметического средства, как соли. Возможно, не все знают, для чего вообще нужен тоник, скажу честно. Но часто я встречаюсь с такими вопросами от очень многих людей, для чего вообще нужен нам тоник для лица. И поверьте мне, тоник для лица – это, наверное, самый важный элемент ежедневного ухода за кожей. Почему? Потому что тоник, как его назвали, говорит, направлено на то, чтобы тонизировать нашу кожу, то есть восстанавливать уровень pH. Для чего у кожи должен быть правильный уровень pH? Для того, чтобы она могла на 100% обеспечивать свои функции. А основная функция, главная функция кожи – это защитная функция. Поверхность нашей кожи содержится соответствующий микробиом, который обеспечивает нам соответствующую защиту от различных инфекций. Некоторые из вас, наверное, знают, как тяжело лечить разные инфекции кожи, особенно происхождение, как возможные грибы и плесень, и как кожа и ее хорошее состояние важно для того, чтобы могли радоваться, когда видим в зеркале молодое и здоровое отражение. То, что может угрожать коже и ее благосостоянию, это неправильный уровень pH, который, почему может, собственно, нарушиться. Для мытья кожи разные косметические средства, моющие, надеюсь, что участники сегодняшнего вебинара используют для этого исключительно алоэ гель для очистки лица, потому что он полностью безопасен, что касается его моющих средств. Тем не менее, каждый продукт с моющими средствами содержит в своем составе компоненты, которые направлены на то, чтобы очищать нашу кожу. Из-за этого, конечно, каждый по-своему, но может влиять на уровень pH нашей кожи. Кислотно-щелочной баланс нормально должен удерживаться в кислотной зоне и не должен превышать 5,6, а применение моющих средств для лица, не говорю уже о каком-то, например, мыле,
косметическим, которые иногда применяют, мы не рекомендуем этого, совершенно не рекомендуем применять мыло для того, чтобы мыть лицо, особенно кожу на лице, потому что pH таких моющих средств очень щелочной. И это вводит к тому, что кислотно-щелочной баланс нашей кожи меняется. Нельзя сказать, что эта кожа прямо убьет, но очень негативно на нее повлияет. Нанесение после моющего средства тоника на нашу кожу, для этой кожи это просто как спасение. Это позволяет коже быстро восстановить необходимый уровень pH и позволяет поддерживать эти самые главные защитные функции кожи. Разумеется, все наши продукты, как и этот тоник, они очень тщательно исследованы и с точки зрения своих свойств, адаптации к уходу за чувствительной нормальной кожей. Дополнительно исследования указывают на его еще очень важные функции, о которых я сейчас расскажу. Так когда-то это было, так и сейчас, и вы это очень любили, и вы не хотели от этого отказываться. Bardzo się cieszę, że udało się tę funkcję utrzymać. Я очень рада, что эту функцию удалось сохранить. Тоник имеет функцию не только, собственно, тонизирующую. Вижу, что сердечки полетели, но то, что я буду говорить, это важно. Вы можете посылать сердечки, спасибо вам большое за активное участие. У нашего тоника не будет только тонизирующие свойства, то есть это не будет просто элемент утреннего и вечернего ухода, но у него будет также функция такой дымки, распыления. А прекрасный распылитель, который мы так называемый атомайзер, позволяет создать такую тоненькую, такую нежную дымку из этого томика, что его можно применять также в течение дня. Например, когда нам нужно освежить макияж на лице, который уже... Это очень важно. Ключевую роль здесь играет, конечно, этот атомайзер, который является основным для получения такого эффекта. Очень тонкой, деликатной дымки, которая не повредит макияж. Продукт можно носить с собой в сумочке, освежиться в течение дня. Кожа освежится в жаркое время, побриться в зону декольте. Лечий продукт дает такое ощущение свежести, что мы как будто бы умылись в течение дня. А атомайзер также обеспечивает такой эффект. Это та вещь, на которую нужно обратить внимание. Вы об этом очень просили, вы это всегда подчеркиваете, это было для вас важно, и мы хотели сохранить это. Это, конечно, настолько очевидно, что я забыла об этом сказать, но высокий индекс натуральности, я просто забыла это сказать, потому что нам было бы стыдно показать что-то, что не имело бы такого высокого коэффициента натуральности, поэтому я упоминала об этом как естественном элементе наших продуктов, но здесь должна отметить, что здесь у нас есть весь спектр, прежде всего, увлажняющих. Больше 95% натуральных элементов нашей продукции. Они действительно вписываются в эти индикаторы, все компоненты подобраны с точки зрения абсолютной безопасности в их применении, о чем мы смогли убедиться с помощью исследований. И снова скажу, что все эти качества мы не обязаны подтверждать для обязательных исследований, но мы хотим работать в соответствии с косметическими законодательством в области косметических продуктов. На рынке существует очень много продуктов, для которых вообще никакие исследования не проводились, несмотря на это, они применяются на основании разных заявлений и о том, как они работают, что не
подтверждено никакими экспертами, никакими исследованиями. У нас все эти заявления о эффективном действии наших продуктов подтверждены исследованием, и на первое место выходит то, что поддерживает уровень pH на соответствующем уровне. Это аппаратурное исследование, это было подтверждено, это не то, что кажется людям, которые тестировали себе этот продукт. Это было измерено, подтверждено. После использования нашего тоника уровень pH возвращается по границе 5,6 максимум, и таким образом напоминает нам о том, что кожа снова выглядит прекрасно и может исполнять и защитные функции. Кроме этого, это спорт, свет, фантастическое увлажнение и снятие раздражения. И гладкость применения этого тоника. И благодаря этой функции мисс нет ощущения, что тоник заливает лицо. Тоник можно, конечно, и непосредственно наносить на лицо, используя функцию мисс. И сегодня вы узнаете о других наших новых продуктов от нашего специалиста Пани Гродской, Изабелла Негродска. Мы уже ее ждем. Наверняка вы знаете, что сегодня Изабелла также будет с нами. И относительно возможности применения, самого лучшего применения, чтобы получить самый лучший эффект, будет рассказывать вам Изабелла. Я не хочу вам много тут рассказывать. Вот смотрите на активные компоненты тоника. Они также прекрасны. Это коллаген. Коллаген должен быть обязательно в линии ProCollagen, поскольку это линия, которую мы сегодня представляем, коллаген. Если я не должна говорить об индексе натуральности, то мы уже все сказали, что могли. Какие функции он может осуществлять? Помните также о том, что на поверхности, благодаря температуре нашего тела, может происходить гидролиз коллагена, и отдельные аминокислоты коллагена проникают в нашу кожу и могут проникать в более глубокие зоны нашего, более глубокие зоны нашей кожи. Благодаря такой точечному гидролизу, который на поверхности кожи происходит, то же самое происходит благодаря тому, что мы нанесем на тоник, то все могут убедиться, что в данный момент возникает приятный эффект, и компоненты коллагена останутся в нашей коже, так как тоник мы не смываем, и могут благодаря своим аминокислотам укреплять прекрасное качество нашей кожи, которое будет светиться и выглядеть так у ребенка. Есть также депантенол, который снимает раздражение, помогает убрать любые раздражения и покраснения. Можливость застосования тонику, например, на пляже в горячие дни. Можем также применять этот тоник на пляже, когда жарко, когда солнце, когда мы применяем фильтры от лучей UV, ультрафиолет. Но, несмотря на все эти фильтры, вы можете заметить, что кожа выявляется раздраженной, и вам ничто не мешает, чтобы тоником обрызгать те места, которые покраснели, благодаря дефантенолу, компоненту, который снимает раздражение. Дефантенол применяет даже для ожога, в том числе солнечный ожог. Это прекрасный эффект даст, снимет раздражение, которое не обязательно на пляже возникает. Кожа наша живет, она работает, могут появляться различные. Есть у нас прекрасная возможность, чтобы их снимать. Кроме того,
У нас есть компоненты дополнительные, которые здесь перечислены. Экстракт из нони. Они имеют антиоксидационные средства, борются со старостью, с процессами старения, вылавливают свободные радикалы, натуральный глицерин растительного происхождения, который помогает оптимально увлажнить нашу кожу и помогает проникновение активных компонентов вглубь эпидермиса. Это очень важный компонент. И последний, который может кажется вам странным, это глюконол, который звучит странно, но он действительно существует в нашей коже каждого из нас и поддерживает оптимальное глюконолактон, есть у каждого в коже, и он нужен для правильной работы клеток нашей кожи. Тоником мы его поставляем нашу кожу в натуральной форме. Глюконолактон поставляется в... Прошу, какие-то проблемы технические. Прошу прощения, какие-то технические проблемы. Даже что меня было слышно. Tłumacz słyszymy, nie wiem, ja przynajmniej słyszę tłumacza, także poczekam. Tak, gdyby był połączony kablem, ale to jest ten sam. O, chyba mamy już ciszę, więc... To normalne. Возвращаюсь к вам, чтобы меня было слышно, чтобы ничего у нас... Ничего от нас на temat tych produktów jest bardzo ważne. No i zobaczcie na koniec ten rytuał piękny. No i посмотрите в конце этот ежедневный ритуал домашнего спа. У нас есть такое выражение в нашем Dual Life. Люди говорят, ты сделала уже сегодня домашнее спа косметикой Dual Life Collagen. Почему? Потому что этот ежедневный уход, состоящий из нескольких этапов, это то, что дает нам возможность релакса. И так что я вижу сердечко, я вижу, что это домашнее спа, все знают, я очень рада, потому что это на самом деле момент для нас, момент спокойства, тишины, комфорта. Вот попробуйте в тот момент расслабиться, не думайте о повседневной жизни, о проблемах, о завтрашнем дне. Вот посвятите этот момент вам. С помощью косметики вы усиляете этот эффект ухода, но также работайте над своей психикой, над своим хорошим психическим самочувствием. Так что поверьте, это действует. И если уже один раз попробуйте такой уход, уже не уйдете с этого пути. Это даст вам ежедневное спокойствие. Это лишь 10-5 минут ежедневно, и этого достаточно утром или вечером, чтобы дать себе возможность позаботиться о себе. Посмотрите, как эти два новых продукта прекрасно вписываются в эту линейку домашнего спа. Мы очищаем лицо с помощью любимой гели для мытья лица с алоэ. И здесь нет потребности пользоваться другой косметикой. Эта косметика с алоэ выполнит свою роль. Кроме того, есть пилинг для лица, то есть наш новый продукт, который употребляем на кожу лица, чтобы еще отшелушить эпидермис кожи. И мист, благодаря которому мы обеспечиваем правильный pH нашей кожи. Помните, что после применения тоника на влажную кожу
здесь все должны здесь сфокусироваться, потому что появляются вопросы. На еще не высушенную кожу мы накладываем фейс-плотину. Так что я знаю, что вы обожаете этот продукт. Этот продукт мы также любим. Мы в него влюбились с первого взгляда. Все мы в него влюбились. И кроме того, гидрат для лица с коллагеном, в которого все также влюбились, который прекрасно приспособлен к потребностям кожи нашего лица. Помните о том, чтобы также накладывать на влажную кожу. Увидите, какая будет разница в восприятии, какое у вас будет чувство, как эти гидраты прекрасно действуют. И крем. Либо сером в течение дня, либо ночной крем, либо тоже коллагеновая маска. Все думают, наверное, прекрасное домашнее спа, отличное, но мне не хватает номера 2 и 3. Кому его еще не хватает? Поднимите руки. Первая ручка появилась. Да, у нас нет пилинга для лица дома, нет тоника, а вы хотели его иметь. Если кто-то готов и сидит за компьютером, можно сейчас зайти в магазин DuoLife и номер 2, и номер 3. С этого момента можно уже купить. Сейчас этих два продукта доступны. Вы можете их купить в нашем магазине. И сразу можете зайти на сайт, купить эти продукты и пополнить линейку домашнего спа. Как я часто говорю, ну, как-то эту косметику надо иметь. И это касается и мужчин, и женщин. Но если этого мало, мы для вас подготовили еще одну акцию, которая будет работать с этого момента, то есть отправка за 1 злотый или 1 евро, в зависимости от того, в какой зоне вы сделаете покупки. Если вы купите две новинки, которые я сейчас представила, а кроме того, купите регулярный продукт, отправка будет стоить 1 злотый или 1 евро. Какой дополнительный продукт можно будет купить? Вы видите это на слайде. Это, конечно, продукты с коллагеном. Коллаген в сашетках, в Elixir Rose, наш гидрат для лица и крем с коллагеном, дневной крем с коллагеном. Так что можете уже зайти на сайт, прочитайте описание в магазине. Посмотрите, сколько информации мы для вас подготовили. Посмотрите, что эта информация подготовлена совершенно новым образом, что это написано очень доступным языком, много картинок, пиктограмм, много таких элементов, которые облегчают рекомендации и которые на самом деле способствуют в покупке и подчеркивают преимущества наших продуктов. Еще никуда не идите, потому что главное перед нами. Их надо купить, их стоит купить, но прежде всего надо знать, как потом пользоваться этими продуктами дома, чтобы они могли показать всю свою красоту. И обо всем этом нам расскажет Изабелла Жмигродска, наш тренер. Иза уже много лет работает с косметикой, с коллагеном, знает о ней все, знает, как пользоваться. У нее огромная практика, информацию получает от вас, с рынка.
Она прекрасно осознает ваши потребности, так что я предоставляю уже слово Изабелле, и я жду с нетерпением, как надо пользоваться этой косметикой и как применять наше домашнее спа. Спасибо, я передаю слово Изе. Огромнейшее спасибо. Я вижу много сердечек. Я так рада, как они появляются. Это нас мотивирует. Иза, предоставляю тебе слово. И всем спасибо. Огромнейшее спасибо. Ну, я не знаю, как вы, но я спокойно могла бы послушать еще час такой презентации. Это одно удовольствие. Так что огромнейшее спасибо за эти знания, которые можете применить сразу. Я услышала слова моей коллеги, и сразу у меня появляются идеи, как продавать этот продукт. Но прежде всего я бы хотела вам рассказать о технической, практической части. То есть мы увидим, как фактически пользоваться этими нашими прекрасными новинками. Скажите только, пожалуйста, кто уже убежден, кому не надо ничего больше знать, чтобы сразу побежать в магазин и сразу купить эти две новинки. Но чтобы закончить, как пользоваться нашими фантастическими новинками, я сейчас перейду к практике. Так что у нас есть наш прекрасный пилинг 2 в 1, то есть у нас есть это преимущество, потому что, ну, клиентка может сказать, я люблю энзиматические пилинги, не люблю механических, а можем сказать, а у нас есть энзиматические, а кто-то может сказать наоборот. Это прекрасно, у нас также есть механический пилинг. Так что такое предложение подходит всем. Как пользоваться? Важно, чтобы накладывать наш новый пилинг на хорошо очищенное влажное лицо. Так что лицо должно быть только так немножко влажным. Кто пользуется нашими гидратами коллагеновыми, помнит, что всегда их надо накладывать на влажную кожу. И здесь то же самое. Надо, чтобы эта увлажненная кожа вошла в реакцию с папаиной, то есть энзимом, который будет активным, активироваться на нашей увлажненной коже. То есть либо влажная кожа, либо влажные пальцы. После того, как уже наложим, если у кого-то есть кисть, может, для разведения косметических продуктов может пользоваться этой кистью. Важно то, чтобы мы самостоятельно, можно также самостоятельно наложить продукт пальцами. Затем надо его оставить на примерно 10 минут. За это время пройдет реакция. Энзимы станут активными, они удалят наш этот эпидермис, мертвый эпидермис, и через 10 минут достаточно сделать деликатный массаж лица, так что мы таким образом запустим процесс отшелушивания кожи, а те, которые любят этот эффект механического пилинга, могут дополнительно сделать такой деликатный массаж, и они, я уверена, будут довольны. Затем все смываем водой такой с летней температурой. И пилингом пользуемся 2 раза в неделю. Я считаю, что это
оптимальное количество, так что это оптимальное время для того, чтобы удалить соответствующее количество клеток. Можно чаще, можно, но все-таки не пользуемся пилингом каждый день, потому что кожа не нуждается в частом применении, в так частом применении пилинга. Но если кто-то захочет сделать это 3 раза в неделю, это тоже возможно. И, конечно, если нет каких-то повреждений на коже или у нас нет сверхчувствительности на какой-то из элементов. Я лично могу вам сказать, что пользуюсь этим пилингом, то есть я получила его как тестер, и моя кожа вообще сухая. И я считаю, что для сухой кожи и такой, как моя, это просто гениальный препарат, потому что этот Peel Moist, вы видели раньше слайд о нем, то есть этот увлажняющий компонент сразу после удаления пилинга дает такое прекрасное чувство увлажнения, очень комфортно себя чувствует кожа. Это увлажнение долго удерживается, и там есть такое прекрасное напряжение кожи. И я почувствовала, что кожа стала такой, ну, рыхлой, можно сказать. И, но это прекрасное чувство, так что она стала такой упругой снутри. Я также дала попробовать моей подруге со смешанной кожей и с жирной кожей, и обе они пришли к выводу, что это подходит также к их коже. А мы ведь знаем, что смешанная кожа и жирная кожа – это та кожа, которая требует много увлажнения. То есть они хотят именно впитать вот эту воду. Так что на самом деле продукт подходит ко всем типам кожи. И наша линейка Pro Collagen так прекрасно обдумана, что не надо много думать, что для кого и для кого она предназначена. Мы спокойно можем пользоваться. Я даже дала моему супругу протестировать. У него иногда такая проблема с атипичным воспалением кожи. И такие места также можем, на такие места также можем применить этот пилинг. Давайте посмотрим, как выглядит тоник. Что касается тоника, действительно, есть огромный плюс. Вот если говорим об этом атомайзере. Я не знаю, если это видно, какой мист он создает, такой как бы туманчик. Я расскажу также, конечно, о восприятиях, но как надо пользоваться этим тоником. То есть, действительно, мы можем его применить, распыляя. То есть, баллончик мы держим на расстоянии 20 сантиметров, а до полного впитания в кожу. Так что прекрасно то, что его можно очень быстро им воспользоваться и на разные части тела. Но если вы привыкли к ватным дискам, можно их также применить. Мы прикладываем тоник на ватном диске к телу. Но если кто-то захочет, может тоже взять несколько капель в эту ямочку на ладони и таким образом тоже может накладывать тоник.
Важно, чтобы тоник впитался в кожу, потому что именно тогда он будет выравнивать наш pH. Давайте еще раз посмотрим, как выглядит пилинг, как выглядит упаковка. Это наш новый друг. Я сейчас вам покажу. У меня есть другие герои из линейки ProCollagen, как они прекрасно выглядят. Вот эти упаковочки, флакончики, это стильно. И реально я довольна, что они у меня могут быть в ванной, либо на полочке. Такие прекрасные упаковки и продукты, которые прежде всего работают. Я немножко сейчас вытеснула этого пилинга на ладонь. Посмотрите на текстуру. То есть это такой легкий крем. Я его наложу на одну часть лица. Я специально, у меня специально нет макияжа, так что я его наложу. И когда все будет в том количестве, которое я хочу, я могу подождать вот этих 10 минут. И за это время я показываю на лице, но, конечно, также в зоне декольте и шеи также можно его применить. Кроме того, можно применить на ладонях. Ладоням также это нужно. Так что именно это увлажнение хорошо для них сработает. Так что какие мои выводы? Я сейчас наложила пилинг, он сейчас начинает свою работу. Так что я опишу свои ощущения. Вы на собственной коже можете почувствовать такой невероятный эффект увлажнения. Это реально невероятно. Я чувствую, что этот продукт моментально начал работать. Моментально. Раньше руки у меня были влажные, поэтому он сейчас активировался. Это важный элемент, чтобы эта влажность была обеспечена и чтобы именно так пользоваться этим продуктом. Так что через 10 минут я могу сделать такой деликатный массаж и могу приступить к удалению его летней водой. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит наш набор нашего спа, как будем также пользоваться нашими продуктами. Может быть, среди нас есть новички в клубе DuoLife. Так что давайте начнем с прекрасной гели алоэ, то есть Pro Aloe Face Cleansing Gel. Я хотела бы только напомнить, что нажимаем один раз, добавляем воды, а затем создаем пенку между пальцами. И в момент, когда создается эта пенка, этой пенкой именно моем лицо. И это первый шаг. После мытья, конечно, все смываем, так чтобы на поверхности кожи не было никаких остатков этой косметики. Второй шаг – это очищение. То есть для очищения у нас есть наша новинка – пилинг 2 в 1, который мы наложим на слегка увлажненную кожу. Так что я повторю, там она не должна просто быть вся в воде, только быть легко увлажненная. Третий шаг через 10 минут – это
тонировка. То есть, если я удалю пилинг, я могу на расстоянии 20, с расстояния 20 сантиметров просто распылить тоник, но можно также воспользоваться ватным диском, либо непосредственно ладонями массировать этот тоник. И сейчас переходим к очень важному элементу, то есть когда тоник станет активным, то есть поверхность кожи станет сухой, после применения тоника опять пользуемся водой. У меня есть здесь обычная вода в атомайзере, и еще раз распыляем и увлажняем кожу, потому что следующим шагом будет будут наши специальные одноразовые коллагеновые гидраты. Так что будем пользоваться эликсир Rose на влажную кожу вокруг глаз. Конечно, начиная всегда с декольте, переходим через шею кожи и эликсир Rose накладываем в зону глаз, а также на остальную часть лица можно наложить коллаген Face Platinum. Так что у нас есть два идеальных, исключительных продукта, которые всегда накладываем на влажную кожу. Когда мы чувствуем, что гидраты уже внутри нашей кожи, как это можно почувствовать? Мы почувствуем такое легкое стягивание. Это совершенно нормально, чтобы удалить этот эффект стягивания и приступить к следующим этапам ухода, можно воспользоваться либо можем использовать либо дневной или ночной крем. Может это быть также наша сыворотка с экстрактом, я не услышу из чего, который является таким исключительным компонентом. Так что есть дневной уход и разные возможности в зависимости от того, как себя чувствуем. То есть, допустим, для одних достаточно будет лишь сыворотка, а другие могут захотеть применять это, так скажем, корейским способом, то есть так называемый layering по-английски. То есть мы накладываем несколько слоев активных веществ, которые действительно обогащат нашу кожу, ее функцию. У нас есть также возможность применить прекрасный восстанавливающий крем на ночь и нашу прекрасную ночную маску. Так что у нас есть много разных возможностей. Это также важно, потому что хорошо менять, потому что остается как бы всегда первый этап, то есть очищение. Есть два шага, которые там необходимы, то есть пилинг и тонировка. Затем шаг, которого ни у кого нету, можно сказать, мы здесь исключение в этом уходе над нашей кожей. Есть наши коллагеновые гидраты, а затем есть кремы, и сыворотка, и маска, так что предложение полное и очень богатое. И это прекрасно, и можно поблагодарить DuoLife, что у нас есть это прекрасное предложение. Я делаю так, что я смотрю так. Сегодня вечер с коллагеновой маской. Я сама радуюсь.
Я не знаю, если это у вас так, что на полочке у вас есть все продукты, и можно ими гордиться. Посмотрите, как они выглядят. Я не в состоянии вам всего сейчас показать, но вы сами знаете. Хорошо, так что вы разделяете мой восторг. Я вижу сердечко. Давайте сейчас посмотрим, что есть у нас, как бы, литература. Продукты, они не создаются просто так. Все это работа прекрасного коллектива с доктором Юстиной Годун, если я правильно услышал фамилию. И сейчас перейдем к серии вопросов и ответов. Я уже выключу... To było absolutnie niezbędne, myślę, podsumowanie. To było действительно очень ważne, подведение итогов под тем, что сегодня было сказано в теории, без практики, знания о том, как нужно применять технические средства, ничего не дадут. Именно правильное применение – это основа того, что вы и ваши потенциальные партнеры, клиенты, людям, которым вы будете рекомендовать продукты, и знания о том, как именно их применять, приводит к тому, что перед лицом таких людей вы становитесь экспертами. И ваша рекомендация сможет дать соответствующие эффекты от применения этих продуктов. Такой эффект считается правильным, то, конечно, единственное допустимое это полный восторг. Если только что-то происходит, то всегда постараемся на это реагировать, потому что причина лежит чаще всего не до конца в понимании того, как нам носить, как использовать, как дозировать продукт. Część była niesamowicie ważna, ale... Поэтому эта практическая часть была очень важная, но мы идем дальше, чтобы все и всем разъяснить. Наверняка у вас очень много вопросов, вопросы из разных рынков поступали, с разных рынков к нам попали. Я сегодня как модератор буду вести эту сессию вопросов, это в части вопросов я буду передавать и за тебе, Изабелла, если буду чувствовать, что действительно они относятся к практическим рекомендациям по применению. И прежде чем я начну, общий вопрос появился на чате. Все ли зоны... Сели люди, которые из разных стран мира к нам сегодня в семинаре участвуют, смогут ли воспользоваться нашими новостями? Я хотел бы тут пояснить, что есть такие зоны, которые расположены за пределами Европейского Союза, и там дополнительные требования по регистрации, по таможне существуют, поэтому эти продукты... К сожалению, немножко должны подождать. Это Великобритания, США и Канада. Но из-за всех остальных стран члены клуба могут чувствовать себя вольны до того, чтобы эти продукты могут чувствовать себя спокойными относительно того, чтобы посмотреть эти продукты, выбрать уже в нашем магазине и уже даже, возможно, заказать, потому что только их применение покажет их настоящую силу. Переходим к вопросам. На вопросы у нас время есть. Интерес большой, вопросов немного. Первый вопрос. С какого возраста можно применять пилинг для лица? Я позволю себе ответить, как мы уже упоминали в самом начале. Коллагеновая линия и продукты из линии коллаген предназначены для очень широкого спектра потребителей, которые уже замечают у себя первые признаки старения кожи. Это могут быть люди очень молодые, и я думаю, что учитывая характер коллагеновой линии, мы можем предполагать, что
Это люди, которым исполнится, например, 20 лет. Но с учетом тех компонентов, которые содержат продукты, я думаю, что мы можем также спокойно применить этот филинг, соответствующий такой, разумеется, у более молодых людей, потому что это абразивный элемент, он очень мелкий, и там есть также компонент, который имеет такое энигматическое действие, поэтому пилинг не вызывает раздражение. И, конечно, дети или подростки, может быть, это немного слишком радость, кожа слишком молодая еще, ей не нужны дополнительные компоненты, активные в виде коллагена, так как у более старой кожи. Пилинг, то есть отшелушивание такой кожи, у молодых людей проходит сам по себе, здесь нет необходимости дополнительно усиливать этот процесс. Но молодые девушки, молодые юноши, 20-летние люди могут применять этот пилинг, чтобы освежить свою кожу лица. Питание, чи пилинг будут могли уживать особи с рандиком? Вопрос, могут ли применять пилинг люди с акне? Не будет ли раздражение кожи? Я позволю себе ответить. Акне – это болезнь, поэтому тут надо очень внимательно это лечить, советовать с дерматологом, поэтому все люди, которые сталкиваются с этой проблемой, знают, что это связано также с тем, что чувствительность кожи очень сильно повышается. Мы рекомендуем в этом случае проконсультироваться с дерматологом, чтобы убедиться, действительно ли можно применять этот пилинг. Мы исследований не проводили. То же самое касается розацеи и телиангистазии. Только дерматолог после осмотра может подтвердить или опровергнуть, можно ли применять пилинг. Следующий вопрос. Вопрос для Изабеллы. Иза, пилинг можно ли применять каждый день? Такой необходимости нет, чтобы применять его каждый день. Наша рекомендация, чтобы это было два раза в неделю, если же хочет чаще, то можно попробовать максимально три раза в неделю. Но нет такой необходимости, чтобы применять пилинг чаще, чем два, максимум три раза в неделю. Спасибо большое, Изабелла. И сразу же следующий вопрос тоже тебе адресует. Почему нужно увлажнить кожу до того, как применить гидрант? Это важный вопрос. Да, очень хороший вопрос. Гидрат, коллагеновый гидрат, исключительные продукты в нашей серии. Прежде всего, продукты, которые в летний период нужно обязательно хранить в холодильнике, лучше всего в оригинальной упаковке, то есть внутри коробочки бумажной, так сохраняем их биологические активные компоненты, то есть все те активные частички, они сохраняются активными в температурах от 5 до 28 градусов Цельсия. Мы знаем, что в Италии, во Франции и Польше температура превышает 30 градусов. Если вы не поставили еще ваш продукт в холодильник, то обязательно сейчас сегодня это сделайте. Это как гидрат коллагена. Почему вода активизирует нам эти частицы коллагена, и делает тому, что коллаген проходит гидролиз, как говорила уважаемая доктор Юстина. Будет вода позволит хранить частичкам, аминокислотам более глубокие слои кожи, будет активизировать, будет
поддерживать увлажнение в более глубоких слоях кожи. Вода совершенно необходима для этого. Хотела бы еще раз подчеркнуть, что тоник не заменит нам эту функцию, потому что у тоника функция тонизирования. Если мы нанесем его на кожу, то нам нужно просто подождать, когда он начнет работать на этой коже, тонизируя, выравнивая уровень pH до такого небольшой кислотности. Когда мы почувствуем, что кожа уже сухая, наносим снова. Можем распылить специальным распылителем, например, воду, или просто пальцами нанести воду, и только после этого наносим гидрат коллагена. То есть еще раз, выдавливаем себе из бутылочки, будет прекрасный дозатор такого насосика. Два раза нажимаю, этого достаточно, ведь кожа уже увлажнена. Вода не должна оттекать, просто небольшое увлажнение. И наносим, распределяем гидрат коллагена вместе с водой. Таким образом, он нам не нужно супер глубоко массировать, только легко его вводим, можем пальчиками пальцев так похлопать, повбивать его в кожу и применять эликсир Роуз. Можем один раз всего лишь нажать на дозатор, и этого достаточно, чтобы на глаз, пополам делим один глаз на дозатор, и половина на один глаз, второй на другой глаз. Кожа уже обновлена, и наносим от внешнего края снизу к внутреннему краю и по верхнему веку обратно к внешнему краю. И чувствуем, как он вместе с водой начинает смешиваться, работать, эти все субстанции открываются, вводятся вглубь кожи, и мы ждем, когда полностью впитается, можем дополнительно кончиками пальцев помочь как бы этому процессу, чтобы гидрат его как бы вмассировать внутрь кожи. Так что еще раз вода и тоник. Тоник не заменяет воду. Тоник – это отдельное средство с отдельной функцией. Понятно ли то, что я сейчас сказала? Пожалуйста, посылайте сердечки, если это понятно. Я очень внимательно слушаю, потому что, возможно, в своей части презентации я упростила эту тему и сказала, что тоник может быть базой для гидрата. Спасибо, Иза, за то, что ты меня поправила. Помните, слушайте Изабеллу. Изабелла – самый лучший практик, что касается применения косметических средств. Dualife, коллагеновые косметические средства Dualife. Поэтому сейчас рассказала Иза, что слушайте того, что Изабелла рассказывает. Вопрос, пилинг для всех видов кожи? Хочу ответить, да, если говорить про кожу здоровой, то для нормальной, чувствительной кожи у женщин и мужчин. И так, как говорила Изабелла, разные типы кожи, сухая, смешанная или жирная кожа, все они прекрасно воспримут то, что хочет им принести пилинг в качестве активных компонентов, так что для любого типа кожи можно применять. И связанный с этим вопрос относительно телеанестезии, радиации и акне. Можно ли тогда применять пилинг? Когда кожа много сосудиков, расширенных красных, то есть, но еще мы не говорим о том, что это телеангиектазия.
то те люди, которые уже знают свою кожу и как она будет реагировать во время применения различных химических средств, важно проконсультироваться с врачом-дерматологом, либо косметологом, который порекомендует вам продукт в вашем случае, будет ли вам подходить или нет. Я не вижу каких-то противопоказаний, но кожа с повышенными расширенными сосудиками может в разные периоды года выглядеть иначе, когда-то не похоже выглядит, раздражена и не очень так, что-то есть на механический пилинг. А бывают такие периоды, когда кожа выглядит просто нормально, и тогда можно предложить ей это отшелушивание благодаря нашему деликатному пилингу и его активным компаниям. Следующий вопрос. Przekazuję Iza do ciebie. Czy peelingi można zastosować peeling wymieniać перед тем, как выйти на солнце, перед тем, как начать заниматься? Можно ли peeling применить утром, когда мы знаем, что выходим на улицу и будем на солнце? Я бы предложила разделить эти два момента. Действительно, если мы хотим загорать с утра, то может быть лучше провести у себя, сделать такое домашнее спа только вечером, тогда кожа сможет хорошо себя почувствовать, будет прекрасно очищена на следующий день. Потом можем нанести коллагеновый гидрат. И только после этого нашего дневного ритуала, дневного ухода, нанести, разумеется, крем с фильтром, и тогда уже безопасно пойти загорать. Идем дальше по этому вопросу. Несколько вопросов очень близких, касающихся периода применения пилинга. Распределяются вопросы. Очень похоже, и как применять пилинг летом. Я думаю, что твой ответ нам много чего уже пояснил. Не будем еще раз к этому возвращаться. Также вопрос. Но можно ли применять этот пилинг также для лица? Вы сами увидите, как пилинг будет действовать на лице и для тела. Он может быть очень эффективно действовать, но с другой стороны, он очень деликатный. Так что после нанесения, после применения пилинга, после того, что мы его смоем, причем коллагеновый гидрат, сыворотку или даже крем, дневной или ночной, мы можем, конечно, сразу же наносить макияж. Еще один практическое слово. Коллагеновый крем дневной, у него также очень много коллагеновых компонентов. И если, как вы знаете, если у вас уже есть, у него очень легкая консистенция. У меня здесь такое предложение, чтобы этот крем либо держать в холодильнике, или стараться, чтобы температура не очень высокая была. То есть, если мы чувствуем, что в ванной становится действительно тепло, жарко, например, там нет кондиционера, или просто становится тепло, у нас еще остался крем, или мы хотим купить крем, он очень хороший крем, это летом. Он прекрасно в эти летние дни применяется, потому что я предлагаю хранить его в холодильнике для безопасности, потому что у него есть такая консистенция и это богатство субстанции коллагеном, которые приводят к тому, что он очень деликатный и восприимчив к температуре. Я подтверждаю, действительно, пользуюсь холодильником,
коллагеновых кремах дневные, они похожи по рецептуре, по гидрату. Там так много коллагена в коллагене, что у нас технологи по рецептуре очень много работали, чтобы этот крем мог содержать так много активных компонентов. Поэтому мы также рекомендуем использовать лопаточку для нанесения этого крема. Она продается вместе с кремом, что, конечно, повлияет на этого крема. Есть еще один вопрос, очень, можно сказать, технический. Тоже убирается холодильник, вопрос хороший. Не могу, правда, его найти, нашла. Тоник можно ли хранить в холодильнике, чтобы почувствовать больше свежих сигаретов? Я думаю, что никаких противопоказаний нет, это хорошая идея. Кроме того, можно действительно у него появиться такой охлаждающий эффект. Я сейчас на себя побрызгаю как раз. И следующий такой эффект, я хотела раньше сказать, раз он вернулся, прекрасный запах, волшебный запах. Девушки, ну и юноши, уважаемые мужчины, также у него настолько такой элегантный, приятный запах люкс, что, как я представляю, что пойду с друзьями на аперитив и побрызгаю тоником, то они будут спрашивать, что это, и они тоже захотят его получить, потому что он действительно прекрасно пахнет, на шею побрызгаю, везде побрызгаю. Я спрашиваю, тебе завидую, что у тебя есть такая возможность. Это просто волшебный, волшебный запах. Все наши клинические средства с коллагеновой серии имеют очень волшебный, невосприимый запах. И стараюсь, чтобы он был деликатный, невосприимый, чтобы и мужчины могли им пользоваться. Еще один вопрос ко мне, короткий. Какое происхождение глицерина в продуктах? Это естественный растительный глицерин. Так что мы не пользуемся какими-то синтетическими ингредиентами. И у глицерина есть задача удерживать влажность, а также помочь в транспорте в более глубокие слои нашей кожи. Еще был очень интересный вопрос. Все ли 6 продуктов надо пользоваться утром и вечером? Если кто-то может купить только 3 или 4 продукта, какие из них главные? Это, я думаю, интересный, но сложный вопрос. Все продукты очень важные, но все-таки, если надо было бы ответить, нельзя не купить гели для лица, потому что это продукт, который побеждает с конкуренцией, и преимущества этого продукта огромные. Даже если мы бы уменьшили объем наполовину, и это свободно достаточно для применения один месяц. Я думаю, это идеальный продукт, легкий, который прекрасно удаляет остатки макияжа. Это надо иметь, это обязательно. Но кроме этого, если надо выбирать среди наших новинок, надо купить тоник. Тоник для лица – это также элемент ухода, где мы заботимся о здоровье и хорошем состоянии нашей кожи. И где не только смотрим на косметические свойства, но на этот барьер кожи. И как третий продукт, я бы выбрал один из коллагеновых гидратов для лица, чтобы увидеть, какие эффекты дает, результаты дает чистый коллаген, нанесенный на нашу кожу. А как четвертый коллагеновый крем, если вы не можете позволить себе купить оба крема, я думаю, стоит пользоваться ночным кремом, потому что у него такая очень питательная, густая консистенция и подходит к применению днем, а также перед сном.
Так что если у вас есть такая возможность хорошо воспользоваться косметикой, продуктом на день. И еще такой вопрос, когда появится коллагеновая очищающая пенка, мы ничего не можем обещать, но наша группа специалистов, технологов постоянно работает и слушает того, что вам надо, и мы об этом помним, работаем. Думаю, что скоро сможем обрадовать вас косметикой, новой косметикой из линии коллагеновой линейки. И еще короткий вопрос к Изабелле. Пилинг надо вмассировать в лицо или наложить и через 10 минут смыть? Хороший вопрос, еще раз повторю. У нас два варианта. Для тех, у кого есть чувствительная, такая более реактивная кожа, либо не любят такого трения кожи. Это может быть кожа с какими-то покраснениями. Такая кожа не любит массажа, хотя эти частицы очень деликатные. Это, как вы услышали, естественные частицы, и можем пользоваться таким образом, что оставляем крем и делаем такой легонький массаж, а потом смываем, либо через 10 минут делаем такой легонький массаж и тогда смываем. Так что, в принципе, здесь, как вам больше нравится, вы можете сами выбирать, вы можете посмотреть, как ваша кожа среагирует, что вам больше нравится, может быть, в зону декольте, либо шеи кожи, кожу шеи. Можем здесь больше как бы поработать, там кожа толще, она отреагирует немножко по-другому. Особенно, когда у нас на коже такая, на лице такая чувствительная кожа. А жирные и смешанные кожи здесь без проблем выдержат этот легкий массаж, а эти для таких более активных достаточен лишь этот энзиматическая часть. И последний вопрос. Мы должны накладывать продукты один за другим, соблюдая период на впитывание продукта, или можем их накладывать быстрее? Я думаю, многие имеют в виду, надо, например, ждать, чтобы гидрат полностью высох. И у меня нет... Алло? Какие-то проблемы? Да. Вы меня слышите? Потому что какой-то сбой у нас. Я не знаю. Да, здесь у меня были, наверное, проблемы. Я не знаю, закончила ли я вопрос? Да, закончили. Ты закончила? Я представляю себе, что утром кто-то может подумать. Так что надо проходить все, да, и ждать. Когда мне тогда выйти из дома? Нет, спокойно. Прежде всего, как мы уже рассказывали, пилинг не делаем каждый день. Эти следующие этапы, они довольно быстрые. И те, которые с нами уже некое время и пользуются нашими продуктами, могут это подтвердить. Подтвердите, пожалуйста. Так что, да, вот, покажите. Мы рассказываем шаг за шагом, чтобы ничего не упустить. Но потом это как совсем. Мы знаем, как пользоваться, и все идет очень быстро.
Но важно то, что, например, если хотим, чтобы пилинг подействовал и эти энзимы сработали, надо дать им шанс подождать этих 10 минут. А если смоем быстрее, да, тоже подействует, но как бы 10 минут лучше. Так что 2 раза в неделю, я думаю, проблема, это не проблема подождать. Можно взять какую-то книжку или послушать музыку и сделать 10 минут такого релакса с пилингом. Затем накладываем наш мист-тоник еще раз, либо с расстояния 20 сантиметров, либо на ватный диск, либо пальчиками. И это лишь минуточка, когда этот тоник впитывается. Надо помнить, что кожа уже будет открытой. Там не будет уже этого слоя мертвого эпидермиса, не будет загрязнений, которые появились, не будет также других продуктов, косметических продуктов, то есть для макияжа, потому что это результат пилинга, где эта кожа будет прекрасно очищенной, открытой, и продукт мгновенно входит в кожу, выравнивает наш pH, и тогда он задействует, он поможет восстановить микробиому, поможет сделать кожу легкой, и когда почувствуем, что кожа легкая, опять у нас этот эффект воды, добавляем воду, достаточно так, именно так это сделайте, либо пальчиками. И тогда накладываем гидрат про коллаген эликсир роз, либо платином. Это окей? И потом крем и так далее. Так что есть несколько моментов, где действительно стоит подождать, потому что в обратном случае продукт не сработает. Для меня все понятно и все окей. И я думаю, не только для меня, это был последний вопрос, который вы сегодня задали. Если есть сегодня еще вопросы, они будут появляться после того, как купите косметику. Может, вам кое-что еще будет надо. Задавайте вопросы по имейлу. Наш электронный адрес info@duolife.eu, и по этому адресу отправляйте свои вопросы, но также свои хорошие впечатления от продуктов. Я знаю, тишина означает, что все окей, но мы не хотим эту тишину. Если вам все понравилось, вы довольны, вы можете показать это сердечками, можете отправить имейлу бюро обслуживания клиента, что вам нравится. Это также сильно мотивирует всю команду, которая тяжело работает, но с огромной радостью для вас и для нас, чтобы мы могли быть в этом деле и в топе. Большое спасибо за сегодняшнюю встречу, Изабелла. Спасибо за твои огромнейшие знания. Спасибо нашей технической группе, которая подготовила сегодняшний вебинар. Я благодарю всех менеджеров зарубежных рынков, которые так прекрасно помогают членам клуба со всех стран. Я благодарю всех переводчиков за то, что как они успевают нас переводить. Вы незаменимы. Искусственный интеллект все-таки, несмотря на все свои преимущества, должен подождать.
И благодарю вас, участников, за этот сегодняшний вечер. И надеюсь, мы встретимся скоро на следующем интересном вебинаре, на который я бы хотела уже сегодня вас пригласить. Спокойной ночи, приятного вечера и до скорой встречи.